Друзья, всем привет! Сегодня мы прогуляемся в Уфимском парке Победы. Сейчас находимся на улице Комарова. Город Уфа, Республика Башкортостан, Россия. Так, нам нужно будет перейти на дорогу на ту сторону. Там как раз центральный вход. Вот где звезда большая красная. Это центральный вход в парк Победы. Раньше он назывался парк нефтехимиков, ну а сейчас это парк Победы Уфимский. Итак, друзья, всем приятного просмотра, подписывайтесь на наш канал. Вот остановка, парк Победы на двух языках, на русском, на башкирском. Так, ну и вот здесь вот информационное табло. Какие маршруты прибывают, через сколько минут. Северный автовокзал, это туда вниз, ну, недалеко отсюда. Так, ну а мы идем на пешеходный переход. Друзья, прогуляемся сегодня в чудесном, в одном из чудесных парков Уфы, в парке Победа. Погодка классная, летняя, август 2022 года сейчас. Жара днем, ночью уже прохладно, под утро становится. А вот днем на солнце особенно вообще жарко. Ну, на то оно и лето. Так, вот улица Комарова. В ту сторону стадион «Нефтяник». Это парк Победы. В ту сторону вот видна мечеть Ля-Ля-Тюльпан. И туда дальше идет проспект Октября. Так, идем на переход. Ждем. Все, зеленый, можно идти. Так, друзья, смотрите, какая красота сразу нас встречает на входе. Такие цветники сделаны, классные. Так, здесь вот остановка. Отсюда можно уехать вот в сторону проспекта Октября, центрального проспекта Уфы. В ту сторону улица Первомайская, центральная улица Черниковки. Так, ну а мы заходим в парк Победы. Встречает нас вот такая большая звезда. В этом году, в 2022 году, было 77 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне. Такая красота. На входе вот эти стоят знаки. Парк Победы написано, а с другой стороны по-башкирски. Так, вот здесь тоже в виде звезды красиво сделано так. Дальше идет вот военная техника, ну еще подойдем, тоже посмотрим. В общем, друзья, идем в парк Победы. Заходим. Так, вот зашли, центральная аллея, впереди. Сейчас засвечивает, там вечный огонь, подойдем к нему тоже. Так, боевая техника военная, вон она, советская, тоже подойдем. Такие скамеечки. Также вот музей боевой славы. Здесь находится Республиканский музей боевой славы, он называется полностью. Так, такие окрестности. Итак, подошли мы поближе к Республиканскому музею боевой славы. Тоже на русском, на башкирском языке надписи есть. Так, сейчас подойдем, часы работы посмотрим. Вот здесь на трех языках, на английском, на русском, на башкирском. И часы работы. Так, интересный музей. Всем тоже советую посетить, друзья, по возможности. За Родину. Так, ну вот, центральный вход здесь. Мы же идем дальше гулять по Уфимскому парку Победы.
теплым летним уже вечерком 2002 года. Так, вот здесь начинаются пушки разнообразные, техника советская военных лет, ну, боевая техника военная. Там дальше вон музычка, кафешка есть. Так, вот это все музей. Так, вот пушки, друзья. Здесь напоминает мне севастопольскую Сапун-гору. Тоже также техника стоит, тоже танки, БТР есть. Вот пушки. Реально похоже на Сапун-гору или Сапун-гора похоже. Ну, такое вот мемориальное место, в общем. Как в Севастополе, в Крыму, так здесь вот в Уфе. Технику постепенно добавляют тоже. На самом деле много пушек разнообразных. Миномет «Василек». Так, вот такие пушки. Оглянемся на музей боевой славы. Так, вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Зенитная пушка. Так. Обойдем такой вот ствол. Вот можно даже покрутить. Все двигается. Так, миномет. Характеристики все написаны. Какой ствол мощный. Так, это пушка 88-миллиметровая. Тактика, технические характеристики. Ну, подробно не буду каждую так снимать пушку. Так вот общим планом сейчас сниму. Так, двигаемся дальше, друзья. Смотрите, березки, красота. Так, противотанковая пушка 100 миллиметров. А вон оно, солнышко, скоро закат будет. Пушка. Так, а здесь памятник десантникам и боевая машина стоит на постаменте ВДВ. Народу достаточно много. Сегодня у нас среда, 8 вечера. Теплый августовский вечерок.
Так, памятник десантникам. Никто, кроме нас. Здесь на переднем плане мальчик. Капсула времени. Здесь 2 августа 2021 года заложена капсула времени. Вскрыть 2 августа 2055 года, в день 125-летия ВДВ. Памятник так натурально сделан тоже. Мальчик натуральный. Ну и бойцы. Все так четко сделано. Памятник ВДВ, воздушно-десантным войскам, Парк Победы, Черниковка, Уфа. Двигаемся дальше, друзья. Понятно, здесь сладкая вата, мороженое, прокат для детишек, все есть как полагается. Аллея фронтовых подруг. И цветы в виде георгиевской ленты. Так, засвечивает. И вот, друзья, снова вышли мы на центральную аллею Уфимского парка Победы и идем к Вечному огню, памятник Матросову и Губайдуллину. Вот впереди. Так вот, друзья, приближаемся мы к Вечному огню, памятнику Матросову и Губайдуллину. Оглянемся назад. Вот оттуда мы пришли. Там центральный вход, звезда вот эта, которую я снимал в начале. Сейчас подойдем к Вечному огню, друзья. Памятник бессмертному подвигу Александра Матросова и Минигали Губайдуллина. Тоже на двух языках написано, на русском, на башкирском. Вот Вечный огонь. Почтим память наших героев, друзья. Так, вот это центральная аллея Уфимского парка Победы. Двигаемся дальше. Ну и вот непосредственно сам памятник, надписи видно. Засвечивает, конечно. Как раз солнце сейчас скоро закат будет. Ну так вот, как могу. Передам на видео. Так, 41-й, 45-й. Вот с этого ракурса. Памятник героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Скульпторы Л. Кербель и Н. Любимов. Архитектор Г. Лебедев. 9 мая 1980 год. Здесь в парке красиво. Деревья разнообразные, лиственные и хвойные. Дальше будут шикарные виды на долину, на реку Белую Агидель. Также есть в парке памятник рубка подводной лодки. Это соорудили по заказу Морского собрания Республики Башкортостан. Туда еще тоже подойдем. Так, а пока мы здесь у памятника
Вот такая табличка. Спускаемся к смотровым площадкам. Так, вот за елочками сам памятник. А мы вышли уже вот сюда, в эту часть парка, к смотровым площадкам. Так, в этих местах пока заросли, не видно долину, но сейчас выйдем туда дальше. Все прекрасно может быть разглядеть, друзья. И вот уже отсюда открываются шикарные виды на Белую реку, на долину. Зелень немного сочный. На солнышко. Солнышко сквозь деревья. Вокруг зелень. Фимский парк Победа. Такие шикарные виды открываются из Парка Победы со смотровых площадок на реку Белую Гидель, на долину, окрестности. Смотрите, сколько зелени, друзья, сочной, красотища. И вот сейчас подходим уже к смотровой площадке, где рубка подводной лодки. Здесь так вот скамеечка полукругом сделана. Расчистили заросли. Теперь виды отсюда шикарные на окрестности, на долину, друзья. Так, время сейчас 17 минут 9. Как раз скоро будет закат. Солнце светит как раз. Вот она, рубка подводной лодки. Сейчас еще поближе подойдем, друзья, тоже посмотрим. Ну и вот эта длинная скамейка полукругом. Народ отдыхает. Солнце сейчас как раз светит, конечно, в кадр. А вот когда оно закрыто, солнце тучками, например, вообще шикарные виды на долину, на окрестности. Ну а мы сейчас подойдем пока к рубке подводной лодки, которую установила Морское собрание Республики Башкортостан. Вот она впереди. Так, здесь вот еще есть торпеда настоящая. Сейчас подойдем. Вот торпеда 53-65. Противокорабельная прогазовая торпеда. Характеристики. Сама торпеда, вот она. Вот длинная. И также здесь рядом памятник. Символ любви и верности, надежде и скорби. Посвящен гибели подводной лодки «Курск». Вот такой памятник. Так, и рядом вот рубка подводной лодки. Многие жители Башкортостана служили и служат сейчас на российских флотах. Вот в честь героев установили такую рубку здесь, в Парке Победы. Вот фамилии погибших. Много-много фамилий. Всем светлая память. И
детишки бегают, понятно. И такая вот стела еще есть. Тоже сверху корабль. А по четырем сторонам русские адмиралы. Адмиралы русского флота, в общем. Сейчас подойдем, друзья, поближе. Адмирал Нахимов. Каждую квартиру, которую не посмотришь, везде, блядь, судимость. Петр Великий. Ушаков. Так, и адмирал Макаров. Вице-адмирал. И вот такие шикарные виды, друзья, здесь открываются. Вот видно скамеечка, виды на закат. Замечательно, можно здесь все наблюдать. Также вот указатель, сколько километров до какого города. До Владивостока 7778 километров, Калининград 2603 километра, Балтийск 2672 километра, Новороссийск 2149 километров. Североморск 2820 километров, Астрахань 1429 километров, Каспийск 2124 километра. А с другой стороны еще Севастополь указан, сейчас тоже сниму, друзья. Так, вот Севастополь 2480 километров отсюда, из Парка Победы, из Уфы, Республика Башкортостан. Петропавловск-Камчатский 6087 километров. Друзья, огромное расстояние, огромная у нас страна. Любите нашу родину, друзья. Катя. Катя. Так, Нил, иди. Так, здесь тоже вот такие цветы. Выбери заказ цветы, раздавишь. В виде георгиевской ленты. Дальше здесь вот информация о российских флотах. Служим России. Краснознаменный ордена Ушакова. Северный флот. И флагман флота. Вот можно, друзья, нажать на паузу и прочитать. Дальше дважды краснознаменный Балтийский флот. Тоже можно, друзья, на паузу нажать, прочитать более подробно. Дальше Черноморский флот идет. Краснознаменный Черноморский флот. И дальше краснознаменный Тихоокеанский флот. Но это еще не все. Дальше идет краснознаменная Каспийская флотилия. Каспийская флотилия. Ну, в эту сторону такая арка, с нами Бог и Андреевский флаг, и дальше идет Дежневская лестница, спуск вниз к реке Белой. Можно спуститься, несколько лет назад ее реконструировали. Так, оглянемся, вот она, рубка подводной лодки, детишки носятся, раздолье для детей. Смотрим по кругу, друзья. Рубка с этого ракурса. Так, и здесь вот такие виды. Солнышко засвечивает, конечно, но вот немножко можно заснять. Полюбуемся, друзья. Мальчики,
Так, друзья, теперь двигаемся уже в сторону Дежневской лестницы. Пройдем вот через эту арку. С нами Бог и Андреевский флаг. Так. Дальше вот вниз она идет как раз, Дежневская лестница. Спускаться не будем, потому что потом долго подниматься. Ну, мы несколько раз уже спускались сами. Просто сейчас сверху посмотрим. А так она спускается к самой реке Белой Агидель. Там снизу пляж. Ну, неофициальный дикий пляж, но там народ купается и рыбачит. Рыбка прям видна, когда к берегу подходишь. Так, вот впереди будет надпись. Тоже арка. Дежневская лестница. А здесь правее стадион «Нефтяник», ну и всякие спортивные сооружения, бассейн там и прочее. Так, вот Дежневская лестница. Здесь информация. Дежневская лестница в парке Победы была названа в честь Дежневской горы и деревни Дежнева, расположенной на ней. Лестница строилась с 1972 года по 1975 годы во время очередного этапа благоустройства парка. Весь лес на склоне – заслуга главного архитектора города Черняховска Маргариты Куприяновой, которая приняла решение о высадке деревьев, так как природная Дежневская гора была без леса. Примерно в это же время происходило дальнейшее благоустройство территории парка. Появились контуры мостиков и смотровых площадок, асфальтовые дорожки и плиты набережной. В 2019 году усилиями горзеленхоза Уфы Дежневская лестница обрела вторую жизнь. Отремонтированы ступени, установлены поручни, проложено освещение. На сегодняшний день лестница в 300 ступеней все так же приводит нас на берег реки Белая, она же Агидель. Итак, друзья, вот она сама лестница здесь начинается. Посмотрим сверху. Вниз сегодня спускаться не будем. Просто сейчас оглянемся. Вот она, рубка подводной лодки, друзья. Здесь стадион «Нефтяник», вот он. Мы заходим сюда, на Дежневскую лестницу. Еще несколько лет назад она была вся заросшая. Здесь прям заросли были. Ну вот, слава богу, ее расчистили. И теперь также можно прогуливаться, наслаждаться красивыми видами на реку Белую, на долину, на окрестности. Здесь рядом вот как раз сразу идет частный сектор. Сейчас немножко спустимся до конца. Сегодня не буду спускаться, потому что, как я уже сказал, потом долго подниматься. А так вообще интересно. Из городского шума здесь вниз спускаешься, и там птички поют, тишина. Ну, когда люди не шумят, а так тишина, красота, пляж, кто хочет, можно купаться. Сверчки, что ли? А звуки похожи, как будто цикады. Интересно, ну это, наверное, сверчки. А может, уже и цикады появились в Башкирии. Сейчас такая жара стоит. Климат-то меняется, так что может и цикада, ну, кто его знает. Вообще в Башкирии цикады, конечно, вроде как не водятся, но в связи с тем, что жара, запросто могли уже и появиться. Ну, это, наверное, сверчки, но по звуку похоже на цикад. Но, скорее всего, это сверчки, все-таки, думаю. Так, оглянемся на лестницу. Вот вокруг такие пейзажи нам открываются. И вот так вот вниз можно спускаться. Потом дальше дорожка идет и к самой реке вот туда подходит. А здесь частный сектор рядом. И сразу такая тишина, когда вот ни людей, никого нету. Только звуки природы. Такая прелесть. Вот кто-то живет прямо на склонах реки Белой. Никакого у тебя здесь шума, никаких машин.
Ну все, дальше уж спускаться сегодня не буду, потому что это долгая история. А так вот отсюда можно поснимать, посмотреть на красоту, друзья. Так, оглянусь. Назад, наверх. Ну вот, можно представить, какая лестница, она вся такая. После реконструкции, в общем, обновили. Теперь можно спускаться к реке. Наблюдать красоты, друзья. Все-таки решил немножко спуститься, но не до конца, вот отсюда, чтобы видно было. Ну вот, собственно, вон уже снизу видна там дорожка, солнышко, конечно, сейчас засвечивает. Ну вот, как-то так вот. Ну-ка, если закрыть вот так, ну-ка, во, вот так. Вон видно, народ оттуда поднимается. Ну и там дальше немножко через лес по дорожке пройти, и уже будет река. Так, вот так. Вот, друзья, такие красоты. Дежнёвская лестница, Парк Победы, Уфа, Республика Башкортостан, Россия. Друзья, это была первая часть нашего видео. Прогулка по Уфимскому парку Победа. Впереди будет еще вторая часть. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите вторую часть, друзья. Всем спасибо за внимание.